Andrzej Leżniew po KSW 61. No walka przegrana, więc rozumiem, że Andrzej nie jest w zbyt dobrym humorze, ale chciałabym zapytać, jak w ogóle poczuł się tutaj w KSW i czy widzi tutaj potencjał na to, żeby zostać na dłużej? Как тебе понравилось? Сегодня мы проиграли, да, но это все равно как ты видишь на будущее потенциал этой организации, чтобы тут остаться? Прекрасная организация, мне понравилось. Здесь все хорошо организовано, здесь все четко, все предусмотрено, поэтому буду выступать дальше здесь. КСВ є дуже швидким організацією, так, федерацією. Дуже ще Андрію тут подобало. І на пришвидше хотів би тут мати далі вальки, так, і маємо надію на звичайство на наступних вальках тут. Ясно. Я вім, що то є, напевно, дуже стресуюче привітатися з організацією програно. Натомість матчмейкер організації Войслав Рисєцький повідав, що Андрій є таким заводником, якого організація хоче будувати. Moje pytanie jest takie, czy Andrzej widzi siebie dalej w tej samej dywizji wagowej, czy mówimy cały czas o 66 kg, i czy widzi dla siebie potencjalnego rywala? Matchmaker KSW mówi, że ty potencjalny bojec, no ty widzisz li tu dalej, żeby tu draться, i chciałby ty перейти, może pomijać wysową kategorię drugą? Нет, весовой категории я не буду менять, буду выступать в этой, надо устранять ошибки и двигаться дальше. Андрей Бенджевальчич в той самой категории ваговой, так, то 66 килограммов. І Бенджі то не робиш так таких блендів юж, щоб на пришвидше мати такі швидні вальки показувати в тій організації. Ясно. Ну то в такому разі перейдемо до самої вальки і до ривала Дам'яна Стасяка. Заводник зі своїм бекграундом в карате, заводник, який має за собою теж пройшлость в UFC. Андрій відео, що легко не буде, але чи чимось його Дам'ян заскочив? Не буде, да? Ти знав, що він там в UFC дрався. Вот, что перешкодило, так? Чем его заскочил Дамиан, прежде всего? Ага, чем он тебя удивил, Дамиан? Ну, он меня ничем не удивил, он действовал так, как он действует всегда. Здесь, скорее, я совершил ошибку, я послал его в нокдаун, попытался добить его в партере, и в партере я выбирал удобные позиции для того, чтобы его добивать. Совершил неудачный маневр, когда он выходил на треугольник и не смог из него выбраться. Он не заскочил Анджея, так он ведел, что не бенджеватво, але то так, так и сделал малюткий бвент. Еще раз повтори в партере, то что ты сделал? Я в партере пытался его добивать. Он хотел забить его в партере, так? Але треугольник он сделал. Да, он, когда он вышел на треугольник, я совершил неудачный разворот. Дамиан вышел на трикунт, и Андрей сделал такие, такие недобрые, так, поворот на него, и то не удалось. В моменте, когда трафил Дамиана, видел в его очах, что он отплынул, или просто то было такое инстинктивное, рзутился и хотел добивать? Мислял, что это будет конец. Jeszcze raz? Czy w momencie, gdy trafił Damiana, zobaczył, że Damian odpłynął i chciał dokończyć, czy instynktownie się na niego rzucił i nie myślał? Instynktu na niego, jak to jest? Da, ja poszedł parter, ja uwidział, że on upał i mnie chciało się go dobić. Ja думал, że knockdown był гораздо silniejszy, no on начал... В этот момент уже защищаться, я уже поняла, что он не так сильно потрясен, как мне показалось сразу. Он видел, что то есть мощный нокдаун. Так, еще раз повторюсь. Я пошел в партер, чтобы его добить а после нокдауна. Пошел до партера, чтобы забить его, так, а потом да, еще нокдаун. Потом... Потом... А потом я увидел, что нокдаун был не такой сильный. Он начал хорошо защищаться. Не так эмоциональный, так, бо Дамиан зачем в таке тен тройкон, так? Так, właśnie в подчас этой вальки в стойце. Как się czułeś и czy miałeś takie wrażenie, że Дамиан с тем каждым твоим мощным ударением, копнением, как бы зачем мощнее шановать мощь твоих ударений? Если бы сильнее у тебя там был. В стойке я чувствовал себя прекрасно, я чувствовал, что я сильнее, что я мощнее и быстрее. В стойке было швиднее, так он веже, он был шибче, мощней.
поэтому в стойке я чувствовал себя хорошо. Для того в стойке он чувствовал bardzo się świetnie. Okay, no to ode mnie ostatnie pytanie, a w zasadzie prośba. Czy Andrzej może w jakiś sposób przekonać fanów z Polski, którzy jeszcze nie zdążyli tak naprawdę dobrze go poznać, że warto będzie śledzić jego kolejne zestawienia w KSW? Możesz to ubiedzić Polaków, że to stoi śledzić za tobą i dalsze w tej organizacji KSW? Ну, я думаю, они все увидели, они видели мой потенциал. Я же так видели, какие бицы потенциал Андрея на пришлость. Да, и в дальнейшем я еще покажу, на что я способен. Этот бой не раскрыл мой потенциал, поэтому я могу гораздо больше. Еще не выстарче нам той вальки, так же бы Андрей показал. И мои победы еще впереди. Мама надеется, что звичайство мамы попшоду, так. Jasne. Serdecznie dziękujemy za rozmowę i do zobaczenia przy okazji kolejnej walki. Dziękujemy bardzo. Mamy?